сезон. Мы начинаем с нашей новой идеи. В прошлом году, в течение полугода, мы опробовали это. И сейчас на Мурской областной филармонии концерт. В Мурской областной филармонии начинается не в концертном зале, а в фойе. Поэтому все наши уважаемые дорогие зрители, если вы видите в своем билете запись о том, что концерт начинается в 18:30, не пожалейте, полчаса, придите на полчаса пораньше, в 18:00. Мы вас будем на каждом нашем мероприятии встречать в фойе, радовать какими-то подарками, сувенирами, рассказывать о новых проектах Амурской областной филармонии. Ну и, конечно, приятные сюрпризы в виде абонементов, в виде бесплатных посещений наших дальнейших мероприятий.